Снежана Снежок. И сегодня у нас три цвета тай-дай челлендж. И не только. В этом видео мы опробуем новую технику тай-дай. Во-первых, покрасим футболку с помощью спиннера. Во-вторых, нарисуем красками сердечко. В-третьих, попробуем сделать орнамент с помощью хлорки и приклеить рисунок с помощью пищевой пленки. Ребята, я так увлеклась покраской, что покрасила почти все белые вещи, которые я нашла, начиная от футболок до носков и трусов. Интересно? Тогда оставайся со мной и смотри, что у меня получилось. Все как обычно. Развела тканевые краски, взяла белую футболочку. Теперь мочим футболку. Я хорошенько намочила. Теперь можно приступать. О, я вспомнила. Меня одна подписчица просила добавить блесточки в краситель. Мне кажется, когда футболка высохнет, блесточки отпадут. Ну, давайте проверим. Посмотрите, какая яркая краска стала. Аж блестит. Вау, как круто! Такой темно-синий и такие золотые блестки. Так красиво получается. Посмотрите, как золото плавает. Круто. Давайте теперь в красный добавим. Смотрите, тоже красиво получается. Круто. Посмотрите. Вот в синем и красном кажется, что золотые блесточки это как золото. Круто. Для начала положим картонку под футболочку, чтобы не перепечатать рисунок на вторую сторону. Я взяла вот такой вот самый обычный спиннер, заклеила отверстия, чтобы через них не попадала лишняя краска. Выбираем место, где мы хотим рисунок. Раскручиваем спиннер и наливаем нашу краску. Посмотрите, как оно брызгает! Круто! Посмотрите. Ну, у меня попалась ляпочка, но все равно очень круто. Давайте теперь другой цвет, красный. Раскручиваем. Вау, посмотрите, как круто! Давайте еще раз крутим. Круто, оно так круто разбрызгивает. Посмотрите, а блесточки, оно очень круто блестит. Супер. Давайте еще чуть-чуть. Крутим и добавляем синий. Круто. Раз, два, три. Давайте еще чуть-чуть. Вау, посмотрите! Давайте немножко сильнее раскрутим. Давайте уберем спиннер. Вау, посмотрите, как круто, как здорово получилось! Просто бомба! Цвета такие крутые получились. Так круто оно разбрызгалось. Просто супер! Я сняла пищевую пленку. И давайте посмотрим, что у нас получится. Красный. Ой, вау, круто! Здорово! Давайте еще. Вау, посмотрите, как оно больше стреляет. Прям в меня. Круто. Давайте теперь добавим синий. Вау, круто, посмотрите, оно здесь так плавает, круто. Ребята, мне так нравится сине-красный, я хочу так оставить, давайте сделаем в другом месте сине-желтый. Теперь наша футболочка должна высохнуть, чтобы покрасить следующую сторону. Вау, как красиво,
посмотрите на пол. Какой красивый пол! Зеленый! Боже, такие крутые узоры! Боже, так круто! Вот такая вот футболка с помощью спиннера у меня получилась! Мне она очень нравится! Если вам, то пишите в комментариях и ставьте лайки! Приступаем ко второму способу! Как я уже и говорила, мы будем делать сердечко на груди. Для этого мне понадобится, как ни странно, белая футболка и заранее подготовленный шаблон сердца. Дальше нужно футболочку разложить и сложить пополам. Наше сердечко я тоже сложила пополам и приложила на уровне груди. И карандашом на футболке нанесла контур сердца. Намочим нашу маечку. Убираем по контуру сборочку. Закрепляем резиночкой. Теперь делаем колбасу и по всей длине закрепляем канцелярскими резинками. Наша колбасень готова! Помещаем футболку на решетку для свободного стекания краски. Помещаем под решетку поддон или любой поднос. И начинаем окрашивание. Наше сердечко красим красным цветом. Набираем краску и наше сердечко. Дальше распределим красители в таком порядке. Желтый, синий, красный, синий. Вот что у меня получилось. Теперь оставляем в пакете на полчаса. Ну что, давайте открывать нашу колбасень. Мне не терпится, получилось ли у нас сердечко. Давайте посмотрим. Очень интересно. Смотрите, как я ее сейчас вытащу. Посмотрите, какая она такая красивая, такая яркая. Цвета смешались, такие красивые получились. Ну, давайте быстрее открывать ее. Я хочу посмотреть, получилось сердечко или нет. Мне очень интересно. Давайте все резинки снимем. Как же хочется побыстрее открыть, посмотреть. Вот, посмотрите, какая у нее тут красивая, белая. Последняя резиночка. Давайте откроем. Посмотрите. Посмотрите. Конечно, сердечко не получилось, но посмотрите, какая она крутая. Она такая яркая. Такая яркая. Вы посмотрите, ребята. Теперь мы ее простернем и высушим. Вот такая вот у меня крутая маечка. Если вам она нравится, ставьте лайки. Мне она тоже очень нравится, как и все остальные футболки, майки, которые я делала сама. Боже, она такая крутая! С моим крабиком. Потанцуем крабиком. Следующее, что мы будем делать, это орнамент хлоркой. Сейчас я вам покажу, как сделать из скучной черной футболки оригинальную и крутую майку с рисунком. Ну что, приступим? Я нашла в интернете красивый трафарет гимнастки и вырезала его. Ох, так, надо аккуратненько, она такая красивая. Теперь нам понадобится отбеливатель, который мы перельем в пульверизатор. Язык нужно сломать. Скажу проще. Пшикалку! Влаживаем рисунок. Теперь приступаем к окрашиванию. Распыляем отбеливатель по рисунку и ждем, пока ткань обесцветится. Вау, посмотри! Посмотрите, она уже становится оранжевой. Это так круто. Посмотрите, как круто получилось. Снежана Снежок. И гимнастка такая крутая получилась. Мне очень нравится. Такая
такое сердечко и гимнастка оранжевая, а внутри такое крутое черное. Так круто получилось, очень здорово, мне нравится. И Снежана, и Снежок, круто! Вот такие футболочки у меня получились. Конечно, у Саши такая вот кофта красивая. Как вы догадались, это волк. А у меня вот Снежана, Снежок и гимнастка. Мне очень нравится. Саша, тебе подобаете? Да. Да. Круто! Они такие крутые получились. Круто. Такие крутые узоры. Именно красиво, когда здесь черное, а сам рисунок такой оранжевый. Это просто круто. Вам понравился такой способ окраски? Напишите в комментариях. А сейчас мы попробуем приклеить рисунок на маечку или футболку с помощью пищевой пленки. Я эту идею подсмотрела на каналах «Бери и делай» и «Трум-трум» и решила тоже попробовать. Для этого нам понадобится маечка. Еще я распечатала логотип своего канала, кнопку «Подписаться». Если ты еще не подписался, нажимай на эту кнопочку «Подписаться». Подпишись на канал и поставь лайк. Еще нам понадобится пищевая пленка, пергамент, ножницы и горячий утюг. С чего же мы начнем? Для начала нам нужно наш рисунок обмотать в пищевую пленку. Вот что у меня получилось. Налаживаем наш рисунок на маечку. Накрываем сверху пергаментом и проглаживаем. Ну что, давайте посмотрим, что у нас получилось. Вы посмотрите, как круто! Посмотрите! Посмотрите, как это круто! Как это круто! Она такая крутая! Круто! Посмотрите, посмотрите! Ой, посмотрите! Здесь я приклею «Подписаться», а сзади «Подпишись на канал». Какая у меня крутая футболочка получилась. Да, подпишись на канал. Сейчас я вам покажу фокус. Зацените мои новые труселя и мои новые